Телемедицинские консультации, анализ кардиограммы пациента, оценка правильности диагностики и схема лечения. На базе Самарского областного кардиодиспансера открылся региональный центр компетенций. Именно сюда будет стекаться вся информация о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы оперативно и правильно оказывать им помощь на любом этапе лечения. В этом центре пациенты будут наблюдаться, которые находятся не в кардиоцентре, а во всех других больницах Самарской области, но они там находятся именно по причинам сердечно-сосудистых заболеваний. И если, не дай бог, такой пациент попадает на какую-то интенсивную терапию, то мы будем сопровождать его введение, а в случае необходимости он будет транспортирован сюда, в кардиодиспансер. Ну и вторая, это уже глобальная такая задача, то есть мы должны выстроить со временем такую систему, когда любой пациент, который имеет сердечно-сосудистые заболевания, мы знаем о нем все. Принципы действия системы оценил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Решения должны приниматься, выстроить должны здесь они. Здесь центр принятия решений, в том числе, вот я об этом с самого начала как раз и сказал. В единой медицинской системе будут аккумулироваться все сведения о пациенте-сердечнике, вне зависимости от того, обратился ли он в поликлинику или был госпитализирован в больницу через скорую помощь. Участковые врачи по месту жительства будут получать информацию, когда человек выпишется, чтобы провести его осмотр и выдать льготные лекарства. Это новый подход – пациентоориентированное здравоохранение, а также контроль качества медицинской помощи. Это поддержка принятия решений, то есть повышение компетенции. Чтобы вне зависимости от того, на какой бы уровень пациент не попал, был кто-то, кто может всегда проконсультировать и проверить некий контроль качества. Правильно ли определена программа диагностики, лечения на догоспитальном этапе, на этапе скорой помощи, на этапе центральной районной больницы или на этапе специализированного стационара. В дежурной бригаде центра компетенции будет специалист-кардиолог и методист, который будет вести учет и историю болезни пациента. Также именно в этом центре должны определять маршрутизацию, куда лучше отвезти больного, где есть нехватка лекарств и так далее. Информация сразу же будет поступать в региональный Минздрав, чтобы оперативно решить проблемы. Центр компетенции создан в рамках национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Задача – обеспечить системную и комплексную работу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и снижению смертности от этих болезней ранее поставил глава региона Дмитрий Азаров. Это направление работы заложено в основу стратегии лидерства, которая была разработана по инициативе губернатора при участии жителей всех городов и районов региона. Светлана Кудрявцева, «События».